Время 6 часов утра, 26 минут. Всем привет, меня зовут Снежа, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Это влог о том, как я иду на зарядку. Я хожу заниматься вторник, четверг в 7:30 утра в зал, который называется Нева 33. По субботам занятие в 10 часов утра. Я проснулась. Вот буквально минут 15 назад. Сейчас я позавтракаю и покажу вам свой путь, который я преодолеваю для того, чтобы пойти на тренировку. Зал находится, по-моему, в 3,5 километрах от моего дома. Соответственно, я сегодня пойду не пешком, я поеду на скейтборде, чтобы успеть. И покажу вам, что из себя представляет зал, покажу вам, как выглядит тренировка, расскажу, возможно, какие-то истории с питанием своим. Сейчас я нахожусь на дефиците калорий, я худею. И я для себя поставила челлендж каждый день выкладывать видео на YouTube о чем-нибудь. Будь то это тренировки, окрашивание волос. Мне стало просто интересно, смогу ли я каждый день что-то выкладывать, и чтобы это было интересно мне, во-первых, конечно же, ну и, конечно же, интересно посмотреть на обратную связь. Так что, если вам эта идея нравится, поддержите ее. Я до конца не понимаю, смогу ли я делать это каждый день, и хватит ли меня. Но посмотрим. Наверное, покажу вам, что из себя представляет мой завтрак. Сегодня это такие бутерброды, абсолютно неэстетично выглядящие, и кофе, дрип-кофе. В целом, не то чтобы у меня много времени на то, чтобы сейчас разглагольствовать, потому что уже 6:30, а зарядка в 7:30, и мне надо успеть заехать за микрофоном в мастерскую и за штативом, потому что я хочу попробовать снимать с разных ракурсов тренировку, если это, конечно, получится сделать, но я думаю, что получится. И все, я завтракаю, еду до мастерской и, естественно, показываю вам дорогу до зала. Я забрала штатив с работы, выбралась на более-менее гладкую поверхность, еду. Значит так, время 7:15, мне осталось 15 минут до момента старта, начала тренировки. Большую часть дороги я проезжаю по достаточно хорошему асфальту. И, в принципе, путь обычно у меня занимает... Сейчас, секунду. Путь у меня занимает где-то минут 30, но из-за того, что сегодня я сделала небольшой крюк, чтобы заехать за штативом, время на 10 минут, даже на 15 практически, стало больше. Но я думаю, что я успею вовремя, переоденусь, все сделаю. Очень здорово, что утром, когда ты едешь в 6 утра, в 6:30, в 7, в Питере просто пустые дороги. Здесь не такая большая движуха, как в Москве, например. Ну и не так жарко. Сейчас лето. Сегодня вообще обещают дождь. Потом есть вероятность, что обратный свой путь я поеду на такси. Потому что, если будет дождь, то я не смогу ехать на скейтборде, это понятно. Ну а после тренировки у меня рабочий день. Я буду красить прекрасную Анастасию, которая ко мне приехала на окрашивание волос из Москвы. Но об этом я расскажу уже в другом видео. Что ж, я тогда не буду отвлекаться на съемку и уже покажу вам зал, когда доеду, потому что сейчас я поеду быстрее, и мне надо быть внимательней. Я просто не хочу опаздывать, я не люблю опаздывать, так как я сегодня, видите, заморочилась с видео.
Все это немножко дольше времени заняло. Ну ничего. Я добралась до зала. В принципе, я не опоздала и как раз не стала отвлекаться на переодевание, показывать раздевалку. Я покажу ее чуть попозже. Значит, начинается тренировка с бега, 4 минуты, и получается, вот план тренировки написан. Сначала была небольшая разминка, нужно было закрыть определенные виды упражнений за определенное время, то есть вот были приседания с мячом, отжимания. С отжиманиями у меня совсем все плохо, на самом деле у меня очень слабая спина, руки, плечи. Ну, работаем над этим. И вот есть упражнение сетапы, называется, тоже было с мячом. И так как у меня сейчас болит голеностоп из-за того, что я подвернула его в Москве, мне очень тяжело делать выпрыгивание, запрыгивание. И пока что чувствую себя дискомфортно во время упражнений, где задействованы ступни. Поэтому я делала выпрыгивание очень осторожно и сильно не вытягивала носочки. Давай, на 12 раз надо сделать, или абонемент забираем. Ладно. Все знают, что Снежана не имеет денег, и надо у нее забрать абонемент, чтобы была мотивация. Угу. Абонемент куда? В Алекс-фитнес ты забираешь? Вон вот сюда. Утро не взяла, самый дешевый, конечно же, потому что денег нет. Ну, так и есть, да. В коленях сгибайся посильнее и грудь выше держи. Ага. Как самочувствие там, Снежан, нормальный? Ну, я... Ну, короче, после 9-го раза очень сложно. Так и должно быть. Это же становая тяга. Еще один сделаешь, как думаешь? Ну, красиво, чтобы именно было. Сможешь? Красиво, когда уже устала. Да, сможешь? Ну, постараюсь. Что мне делать? Ну, если не сможешь, то скинь. А? Если не сможешь, то скинь. По пятерке. То что? То скинь. Типа, куда? Ну, по пятерке. Короче, сколько смогу, то... А, типа, если скинуть 5 пятерки... Если хочешь, чтобы красиво было. Ну, смотри сама, короче. Сложно. Это влог. Ну да. Прикольно. Там будет монтаж тренировочный под музыку прикольную? Там будут твои комментарии. Мои комментарии будут? Да. Я сейчас буду максимально струнным тогда. Ты мне подарил носки, правильно? Да. Это флирт? Конечно. Посмотри. Конечно. Со мной только так женщины и делают. Флирт. Фильтр. Ты мне положил еще и спайс, обалдеть. Прикольно. Я съем прямо сейчас. Давай. Ну хоть какой-нибудь лицо кисло. Нормально. Хочешь моей смерти, да? Нет. Я хочу, чтобы ты жил и процветал. Сейчас будет покушение номер 2. Поехали. Грудь высоко и ногами срывай. Да. Угу. Угу. Снежана не предупредила, что будут съемки. Угу. Теперь становая 3 по 12 будет. Доблевотни. Поехали. Чикс. Грудь повыше держи. Повыше, повыше грудь. Спина прямая, красивая. Ногами срывай. Грудь повыше, повыше надо. Где-то я это уже слышал. Нормас. Попробуй толкнуть штангу. Я посмотрю на технику.
Сейчас объясни можно... как. А? Объясни как. Смотри, ты ее отсюда забрасываешь наверх, вот сюда на грудь, из груди выталкиваешь. Это может, как? Мне надо было пустую ее взять сначала. Ну, может быть, но уже поздно. Может быть. Поэтому начинай так. Ладно. Как на становой забрасываешь ее, делаешь становую, закидываешь себе на грудь. Смогешь? Бедром просто подаю наверх. Сейчас, подожди. Типа сюда. Вот отсюда. Ты ее поднимаешь и отсюда. Подорви ее бедрами. Типа да. Да. И отсюда толчки. Смогешь? Делай пустой. Без веса. Чисто гриф. Тут вообще легкая работа. Да, нормально. Махи вообще супер. По 20 секунд. На каждый попий. По 20 секунд. Что-то Снежана трясется чуть-чуть. Вибрации. У меня встроенный вибромассажер просто. Ну... Это за 30 начинает формироваться, видимо, у женщин. Сколько секунд? 20? Что дальше? Планка. 1 минута с блинчиком. Поставь, пожалуйста. Что-то ты прям уверенная сегодня. Но если ты с ним упадешь, то это 300 бёрпи. Поэтому... Сам, сверху. Сам встань. Угу. Да. Давай сейчас. Было. Надеюсь, вы засекли. Я. Хорошо. Засекла? Да. Так. 5, 4. 3, 2, 1. Нормальный. И ходить сюда в светлых костюмах вообще не стоит. Все будет черное. Вообще. 2 раунда. То же самое по 2 раунда. Угу. Ну что, Матвей Ратмирович, спасибо вам большое за тренировку. Я надеюсь, все довольны. К сожалению, план не удалось выполнить по смерти Снежаны Мельниченко. Но еще будет много шансов в этом году. Надеюсь, что абонемент еще будет куплен в будущем, если вдруг у меня ничего не будет. Вообще, на самом деле... Все приходим. Нет, это говорит о том, что если вы хотите стать свидетелем смерти Снежаны на тренировке... В натуре. Если вы хотите стать свидетелями смерти Снеговини, а таких людей очень много, на одном из немалоизвестных сайтов, который называется «Не скажу как», ты знаешь, как он называется, да? Я забыл просто название. Ну, где тебя обсирают, короче. Где, короче, говном поливают. Таких много, поэтому все приходим заниматься. Кто хочет, особенно, чтобы Снеговиня умерла. Вот такой позитивный месседж. Все. Нормальный. Давай свою фирменную позу.
Я закончила тренировку, приняла душ, переоделась. И, в принципе, могу показать, что из себя представляет раздевалка женская и, в принципе, зал. Я так постараюсь сильно не смущать людей своей видеосъемкой, просто показать какие-то самые основные элементы, интересные в плане локации здесь. Так, шустренько. Вот так выглядит женская раздевалка, зеркало, туалет, две душевых кабинки. Вот здесь есть места для хранения. Ну, так, она небольшая, но в целом справляется со своей задачей. Вот. Мужская находится с другой стороны, мне кажется, она зеркальная. Примерно такая же. Я взвесилась. Я вешу. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько составляет вес мой. И в самом конце видео я скажу, сколько у меня вес. Когда вы заходите в прекрасный зал Неву 33, вы можете наблюдать красивейшую женщину, которая вас встречает. И говорит вам «Здравствуйте». Здравствуйте. Ну вот, значит, вот так выглядит зал. Непосредственно, где проходят занятия. В этот зал наверняка видели. Если не видели, то у клуба Нева 33 большой прокачанный YouTube-канал. Я об этом вообще не знала. Мне сюда сказали прийти заниматься по рекомендации. Вот. Соответственно, здесь есть еще лестница в небо. Там есть территория, где происходит растяжка. Колечки можно пройти на растяжку. Вот. Ну и, в принципе, все. Тут очень много разных артефактов, если пошарахаться. Один из артефактов я сейчас вам покажу. Сейчас, чтобы никого не смущать. Не пашет. Ты, наверное, не пашешь. Ну да. Я уже в своей мастерской. Сейчас ко мне придет модель и буду делать окрашивание волос в яркий цвет. И если вам будет интересно, конечно, подписывайтесь на мой инстаграм. И видео с окрашиванием выложу позже. Сейчас я хочу выкладывать в течение недели каждый день видео. Поддержите эту идею лайком. Оставьте комментарий. Я такого формата видео еще не снимала. Ну так, чтобы с тренировки, надеюсь, оно не получилось слишком затянутым и не было вам слишком скучно его смотреть. Но в любом случае спасибо большое, что вы добрались до конца, посмотрели на то, как я занимаюсь. Приходите обязательно в Неву 33 заниматься, мне никто за рекламу не платил, абонемент был куплен за мои собственные деньги. Ну вот я в 7:30 хожу вторник, четверг и в субботу в 10 часов утра. Находится зал в Санкт-Петербурге. Ссылку на зал, на тренера я оставляю в описании к этому видео. Ну что ж, я прощаюсь с вами. Спасибо большое еще раз за просмотр. А, кстати, мой вес 65,5 килограмм. Где-то дефицит калорий у меня пошел в сторону. Ну, ладно. Я, в принципе, выгляжу неплохо, но мы как бы продолжаем следить за моим весом, и я продолжаю следить за весом, и надо сделать коррекцию к питанию и кое-какие продукты исключить, потому что все-таки 65,5 килограмм многовато. Мне бы хотелось весить 60, либо 59. Все, я ушла работать, краситься, собираться и встречать свою модель. Всем пока!